Первоуральский альпинист покорил пик Советов. Путешественник Павел Захаров отправился в Казахстан, чтобы подняться на горы Северного Тянь-Шаня. Накануне мужчина преодолел высоту 4317 метров. Поездка в горы у Павла заняла 2 недели. Сначала он покорил пик Букреева высотой 3010 метров, восхождение на который заняло сутки. Затем 2 дня поднимался на пик Советов. Компанию первоуральцу составил единомышленник из Алматы. Подготовку к восхождению альпинист начал год назад. Зимой катался на лыжах, летом бегал кросс. Ранее Павел такие вершины не брал. Но, по словам альпиниста, это лишь подготовка к более серьезному испытанию. В следующем году он собрался взойти на Эльбрус, высота которого в 2 раза больше горной системы Тянь-Шаня. Это, так скажем, некое преодоление самого себя, небольшое испытание, где ты можешь выложиться, узнать, на что ты способен, что ты вообще можешь. В этом есть какой-то кайф, адреналин.